любимые партии, вот у нас тут пополнение в ряду, 14-й чемпион мира прокомментировал свою партию. Я вот скажу, Жень, знаешь, вот такое у меня ощущение вот с Володей было, с тобой-то мы уже сколько там, 14-15 раз записали, а с Володей я ни разу еще так не записывал. И я вот в таком был плохом настроении, ну ужас, знаешь, у меня все что-то не получалось. Мы с Егором не могли ни хрена настроить, тут два часа какие-то драйверы устанавливали. В общем, полный трындец был. И вот я посмотрел 50 минут шахматы с Владимиром Борисовичем Крамником. И вышел вот точно такое же ощущение, как после классического концерта. И вдохновлен духовно был, да. Вот как бы, и я подумал, ну вот как так вот, почему я так плохо играю в эту игру? Она ж такая простая. Вот когда с Крамником смотришь, вот с тобой, с Крамником, еще с кем-то, с Каспаром, смотришь, вот кажется, а что такого, почему? Все же просто. Ну вот пешка слабая, ну на нее надо напасть. Ну, защитить надо. Ну, какая-то мелкая тактика там в один-два хода. А чего-то, почему? А почему, когда садишься, как бы какая-то, ну, несется полная ерунда? Способность объяснять сложное простым языком – это великое искусство. Я так себе это представляю. Вот есть иголка и есть нитка. И надо просто ниточкой вышить полотно. И получится такая вот картина по ниточкой, да? Ну, а что там по ниточку вдел туда-сюда, там стишки сделал, несколько стишков, и вот и получилось, вот и картина. Как это, знаешь, ножки, ручки, вот и вышел человечек, вот примерно так. Да, ну, сегодня, хорошо. Что хорошо. У нас? Сегодня что у нас сегодня в меню? Мы обратимся к ранним нашим творчеством. Да, вот начало 90-х. Это удивительное было время. Это вот турнир в Виканзее. Иванчук Широв. Иванчук будет белыми играть. Совершенно удивительное время, когда были вот PCA всякие, начинались вот эти рапиды-турниры, которые, собственно, проложили в будущее, безусловно, дорогу. Потрясающие отборы к ним. Когда проводилось какое-то небольшое количество турниров, и, соответственно, к ним готовились. Люди способны были, этим занимались ручками, анализировать совершенно чудовищные, на самом деле, по сложности позиции. Вот если сейчас вдуматься, человек пытался проанализировать и играть, ну, играть еще ладно, а анализировать дома вариант Ботвинника в славянской защите. Вот когда сейчас открываешь, ну и смотришь партии уже там, вернее, даже не партии, бог с ним, с партиями, анализы, которые они делали после партии с компьютером, ничего кроме улыбки это вызвать не может. Настолько как бы быстро показываются вот все ошибки в анализах, что понимаешь, ну в общем, это совершенно территория не шахматиста, а анализ не человека, скажем, анализ каких-то позиций. И вот обратимся вот к этому дебюту, давай мы его поставим, D4 на доске стоит. Это был, конечно, молодой Широв, совершенно на подъеме, одухотворенный, еще без пяти жен и там пяти детей или там что-то в этом роде. И это был еще абсолютно юный Вася Иванчук, которому вот еще там и 30 не было, космический. И вот это вот, я даже не знаю, что на современном, это вот как, наверное, Накамура Уэсли Со, да, вот такие схватки. И я тебе уже говорил, что это вот Юнге покойный на груди имел тетрадку с анализами. Ну, тоже можно себе представить, уровень был анализа, по копах он это делал. Потом пришлось Михаилу Моисеевичу подрабатывать серьезно эти окопные анализы. И вот это вот таби. Смотри, здесь, во-первых, ходы там слон Е7, конь БД7, 2 начинается. Ну хорошо. Давай, да. Поехали. Е, слон Б7, да. Ж3. Ну тут слон H6, конь бьет F6, пара ходов, D5. Мы, кстати, обращались, напомню, в одном из эфиров. Эту позицию мы уже
анализировали с Да, точки зрения полугаевские торы. полугаевского тора. То есть в те годы золотые, эта позиция была, вот каждый мог человек показать, что он шахматами занимается. Вот тот, кто играл, тот должен был вот часами. Я какими часами? О чем я говорю? Сутками сидеть, анализировать это. И вот жизнь свою класть на то, чтобы... Вот сейчас это смешно. Да вот, допустим, месяц ты анализировал. Зачем? Вот чтобы сыграть одну партию, чтобы потом тебе вставили там как следует. Вот зачем все это? Вот этот вопрос никто не задавал, просто анализировали и потом показывали на доске уже результаты своего анализа. Ферзь b6, один из возможных ходов, ну причем один из главных. А b4. И тут опять огромное разветвление между конь a4, которое мы пойдем, и ходом, например, какой-то ладья b1. Такой ход в голову-то вообще не приходит, но тем не менее он был один из основных. И тоже люди посвящали ему Хотя бы один. месяцы. Ладья b1. И вот, а ты когда играешь с черными, ты должен рассмотреть конь a4, там ладья b1 раньше, и после a3 тут нужно поработать над ходом конь b8, конь e5 и ed. Три хода. Ну, то есть, вот это ад. Буквально ад был на земле, без компьютеров, люди ручками сидели там, запеканку ели, наверное, и вот это анализировали. Сейчас я флешбэк сделаю на партию, например, 94-го года. У нас играл в матче там название одного из чемпионов мира, там было два параллельных с Да, разницей в 2 недели, цикла. да, буквально там Камский через 2 недели поехал играть там, например, с Анандом. Вот как обыграл Крамника, через 2 недели поехал, обыграл Ананда. Вот так это было в матче из 15 там партий. Вот. И Владимир Борисович, он был знаменит своей принципиальностью. Вот то, что он проиграл матч Анандо, знаменитый, 2008 Да. год, да, это был, на самом деле Да. просто он подзабыл, а в 2004 он точно так же проиграл матч Камскому. Вот ровно так же. Вот он подготовился в дебюте, он подготовил вариант Ботвинника. И в этой партии он сыграл конь e5. Бриллиант у нас будет Иванчук. А это просто я показываю, что все топ-шахматисты участвовали вот в этом процессе. И с чего это стоило? Вот кучка, это стоило вообще звание чемпиона мира. Вот он пошел конь e5. Хорошо поработал дома. Идут по теоретической линии. Тогда это была теоретическая линия. Так. Теоретическая линия, вот ход конь c6. Блестящий ход. Контр пупсон. Жертвуется ферзь, потому что это в тему. Жертва ферзя. Вообще у нас сегодня тема, я тебе забыл сказать и нашим телезрителям, теперь уже могу открыть секрет. После того, как же первый ферзь был пожертвован. Это мы сегодня говорим вообще об жертве ферзя, но не одноходовой, знаете, как Перед Сан-Сан, матом. как Сан-Саныч жертвовал. Да. А вот нормальная жертва ферзя, когда ты жертвуешь, и игра там только начинается. Значит, это все анализ, их был совместный. По-видимому, они вместе с Гатой анализировали. Кто с Интересно, кем что анализировал? Гата с Владимиром Крамником. Ну а потом они разъехались, Гата уехал в Америку и дома еще чуть-чуть там набросал на доске пару ходов дальше. Значит, конь c3. Это вот Ой. еще Владимир Борисович, да, тоже освоил этот ход. Я помню, это обсуждалось. И он ходит здесь слон c5. Так, ну, ладью не надо защищать, нужно просто слона развить. И Вот ты защитить как поле безумно. b8. Да, игра, да, хорошая. Значит, берем. Пока что такое? У нас с материалом все нормально. Слон и ладья, и пешка Ну да. b7. Ну, слон и ладья, пешка b7. Ну, какой-то бардак, другими словами. Ходится ладья b1. Ферзь c5. Это все проанализировали. И Владимир Борисович очень доволен был этой позицией, потому что все было проанализировано. Но, к его несчастью, последовал ладья a6.
Это он тоже еще знал. Ладья b8. Он считал, что эта позиция очень хорошая. Ладья c6, ферзь c6 и эндшпиль выигранный у него. И объявилось, что был зевнут в анализе ход совершенно блестящий. Честно говоря, ничего не могу сказать. Слон c1. Ух ты. И слон отдает, господи, белые отдают пешку на f2, переводит слона на a3. Сейчас мы посмотрим, как его там разорвали. Но каково же было мое удивление, когда компьютер смеется и ходит здесь, слон бьет d4, извините. И на ed кажется, что там пешка никуда не прошла. Эти две проходят, но человеческое восприятие. А после ладья e1 там плюс 5 или там плюс 8, что-то такое. А что там, мат какой-то? Ну, или тут что? мат грозит там, буквально мат грозит ему в окно, ладья b8 шах. И когда король радостно прячется, ну, тут, наверное, человек не может увидеть. После ладья c6 брать там нельзя брать, но пешки как-то остановятся. Ферзем отходишь, и вот тут, конечно, несложный ход, нужно было найти там h4. В общем, h4 несложный ход. И тут еще второй H4 несложный выигрывает. ход. Да, несложный ход второй, потому что это не для того, что, естественно, пешку h ферзи провести. Чтобы Как слон ты думаешь? h3 пойти, я понял. А не, нет. А для того, чтобы пойти Нет? ладья c7. Ну, почти ладья c7. Ладья c8 мат. Ну, почти, да. Слон h3 А нельзя на зачем? c... На c6 висит ладья. Так, идея хорошая, прекрасная идея. А зачем тогда h4-то ходить? А иначе по первой тебе мат первые ставят черный ферзь b1. Это форточка. Ну ферзь b1, слон f1. Не, а тебе слон нужен, пешку защищать на b7. Все, да, все логично. h4 форточка, понял. Форточка, и вот тут Логично, логично. опять несложный ход ладья ec7, и от ладья c8 нет защиты. Так что вот, Чудеса. когда этот анализ Владимир Борисович сделал с друзьями, он вот зевнул не только слон c1, а Камский, то вроде бы даже дома тоже подготовил этот вариант. Но даже не подготовил, он нашел быстро. Слон переходит на a3. На слон d6 следует. Пешка c чудесным образом никуда не идет. Тут последовало так. И слоны разрывают просто оборону. Вот просто разрывают. Какой-то кошмар тут. И вот тут еще слон Слон c6. c6. Надо сказать, что он играл абсолютно по первой линии Камский, да, долгое время. Вот совершенно делал удивительно мощные ходы. Потому что вот он найти слон c6, слон b5, это, знаешь, не для слабых. Вот Не просто для взять слабых. слона, перевести на b5. Почему-то это было очень важно. Ну да, ладью защитил. Чтобы слон b8 с шахом, с открытым ладью забрать. А когда Владимир Борисович тут попытался дать шахи, он еще получил здесь какой-то, да, помню, ход ладья e1. Он ему вот такой вот. Тихий ход. Не берет ладью с шахом, а ходит ладья едет. Ну, в общем, какая-то партия удивительная, честно скажу. Совершенно мощная партия Обалдеть. Камского. Очень Естественно, красиво. после такой партии он его в матче там камня на камне Камский не оставил от нашего будущего чемпиона мира. То есть уничтожил просто. Ну, слон, видишь, тут Ужас. атака. Еще нельзя пойти на f5 из-за g4 и ферзь терять. Пришлось вернуться. А атака продолжается, еще материальный перевес. У гаты. Да, друзья, Гата Камский, это сейчас он в интернете там ролики записывает. А Да. был человек, претендовал на звание чемпиона мира. Так, возвращаемся к Василию к Михайловичу. Василию Михайловичу. Это было уже позже. Так легко уже было не взять, потому что Широв знал эту партию. Ну и Широв играл всегда вот этот вот вариант. Это был любимый вариант Алексея. К нему легко. Он и сейчас его, по-моему, играет, что самое интересное. Вот реально, прошло 25 лет, он по-прежнему его играет. Так, слон e3. Ну а что, раз выучил, что выдумал? Причем выучил где-то в 91-м он его. Естественно, в 2021 30 лет верой и правдой. Верой и правдой служит.
Да, откроется 5. Все это вот... Да, я должен сказать, что здесь вот... Да, это один из возможных ходов ЕД. Идут по теории. Конь c5, замечательно. Шах. Ладья d7. Это все теория. И вот там теоретический вариант здесь был... Ход, вот конь бьет c5, слон c5, слон c5, слон h3. Нападаем на d7, и вот ферзь g7, и белые там качество могут гнилое забрать, а черные надвигают вот пешки, король b6, опять d4, и пошли родимые. Тройка. Можно сказать, что тройка. Когда мы пойдем c3 черными, bc, dc будет тройка русская, русско-латышская. Латышская А, Б, С. Ну, ферзя тут жертвовать как-то глупо. Глупо, да. Ну, да, это Так уж глупо, прям. да. Ну, а я тебе напомню тогда, сейчас не глупую жертву ферзя. Вот и играет Василий Михайлович. И он играет партию с Сергеем Корякиным. А, ну это мы знаем. Это ферзь Е6, Да. это я знаю Ну партию. вот, конь c6, да, и вот, значит, ну кому могло прийти в голову здесь пойти ферзь бьет e6? Ну просто кому? Не Вот знаю. кто вышел? Ну Василий Михайлович. Ты Да. знаешь партию, он сыграл-то ферзь бьет e6, Василий Михайлович. Он жертвует ферзя да, за две пешки. Это было его излюбленное оружие, ферзя жертвовать, ну, за какой-то материал. Он любил там за пару фигур пожертвовать, за ладью. Причем он до абсурда порой все это доходило. Но вот так как он хорошо очень играл с легкими фигурами, то ему все сходило с рук. Я просто пару слов скажу для тех, кто не знает. И эта позиция, как ни странно, не лучше у черных. А они могут сделать ничью ходом ферзь e7. Потом анализы показали, что мы партии показали, компьютеры, я бы даже сказал, показали, что ферзь e7 приводит после ладья e1 и несложный ход ферзь бьет e6. Как вы понимаете, надо пойти, приводит к равной позиции. А в партии последовало ферзь e5. Почему-то получилось, что вот следует шах. Здесь уже не так хорошо было бить на e6. Ну, потому что материала довольно много отхватил Василий Михайлович. Пришлось пойти король f7. И после ладья e1 не удалось вот так хорошо отдать ферзя, не удается. И Василий Михайлович просто получил здесь материальный перевес. Вот после 20 ходов новинка дала... Это был амбер наш, уже окончательный амбер, и те, где уже я не играл, Корякин вместо меня играл. А Василий Турнир в Михайлович, Монако, да, о да, котором Василий мы много раз Михайлович говорили. как начинал играть, он примерно в 1994-м, то есть без него не проходили эти А он мероприятия. все Он, сыграл, да, по-моему, он так и мне кажется. продолжал туда приезжать, ускрутить свой. Крутил там В мост и выиграл это. Монако приехать на Да. 2 недельки вообще не ошибка. За Не чужой ошибка. счет. Слушай, а за свой? Ну просто дорого, но тоже не ошибка. Не, ну за свой как бы не Если по... есть, Не, за но если свой есть вообще деньги, глупость. а За если свой есть деньги, глупость. а если есть деньги? Не, ну ходить там, выпендриваться, штаны какие-то модные одевать. А так он приехал, занимается любимым делом, ему за это платят. Блин, в Монако. Ну что, шикарно вообще, красота. За Да. свои деньги можно в какое-нибудь более приятное место съездить. Так, ну подожди, значит, мы давай, ты меня, Давай. да, вот с Широ партия меня Широв. интересует. Да, вот это Широв. Вот Василий Михайлович. Ну что, ферзь d7 сыграл, что ли? Ну, не томи. Теперь я уж не знаю, как. Ферзь Джесси. А, ферзь g7. Да. А, То есть для него ферзь пожертвовать g7. за пешку, за слона ферзя. Но это для него, Василий Михайлович, как улыбнуться. Тебе улыбнуться. Я не знаю, может, тебе нелегко Так. улыбнуться в Израиле сейчас. Ну, в общем, Почему? Почему же? нормально? Ну вот. Нормально, Да, нормально. так что вот он в тему, да, он задал нам тему. Ну и вот, как я сказал, во-первых, это интересно, когда жертвуется ферзь не по-олехински, а просто вот за игру, да. Вот просто потому, что получается какая-то интересная позиция. Это здорово. И когда там то уже кто лучше играет, кто лучше считает нестандартные позиции, тот выигрывает, а не тот, кто мат два хода нашел первым. И вот я повторяю, если вы творчество Иванчука, вот у меня с ним было три партии, где у меня был ферзь,
А у него был там как бы Не ферзь. различные фигуры. Вот только у меня было три партии, но я как вас стараюсь не баловать вас своими партиями, чтобы и так подташнивает, наверное. Да точно подташнивает. А так еще с моими партиями совсем будет нехорошо. Поэтому я вот другие беру. Давай, говори, что ты хочешь сказать. Пришлось взять. Да, я хотел посмотреть фильм до конца, да, Да. просто, да. Алексей, может, деньги нужны были. Он анализировал это, скорее всего, для информатора, а может быть, вот для ChessBase анализировал. Просто попросили его эту партию, может, для ChessBase. И вот он проанализировал, может быть, то, что он видел за доской. Но, в общем, делался ход D4 как само собой разумеющееся. Но, естественно, потом поанализировали, выяснили, что здесь два хода на самом деле вполне терпимый, я сейчас идею покажу основную. Ну вот один из ходов ладья c7, и компьютер там оценивает, в смысле человеку страшно, скажем так. Вот как бы слон d4, человеку страшно. Пешка h4, h5, h6 и проходит, а Да. черные не идут. А вот ход Концептуально f5, а очень, вот да. ход f5 тоже очень концептуальный. Основной ход на самом деле защитный. Потом нашли эту идею и во всех позициях он, ну практически во всех он работает. И потом, пока пешка не пришла на h6, черные отжертвуются назад на h7 и получается, ну как ты понимаешь, равная позиция. А второй вариант тоже совершенно нормальный здесь, это пойти ладья g7 немедленно. И на слон h3 тоже Широв считал, что эта позиция проиграна. Ну f5 совершенно нормальная позиция у черных, потому что, ну не знаю, потому что. Ну потому что нормальная позиция. Just because. Да. Just because. Потому что нормальная позиция. Но за доской это было непросто найти Алексею. И он ходит d4. Бойкий такой ход, бодрый. И дальше Василий Михайлович начинает считать варианты. А варианты, оказывается, он считал очень даже неплохо. Конь бьет b7, там конь d6, да, угроза. И слон Да. d4. Когда он берет на d4, то на g7 уже никогда не взять. Не отжертвоваться назад. Это плохо. То есть на g7 надо пешку каким-то образом уничтожить. Что заставляет черных вот пойти ферзь b6. Потому что ему кровь из носа. Это вот, видимо, на ферзь b6 ставка делалась Широва. Четкий ход ферзь b6. Ему надо уничтожить слона и забрать на g7. Может быть, он выиграть еще хотел. Значит, следует. Слон бьет d4. Жертва. Слон бьет d4. Да, вот А, просто. Да. Жертвует за пешку. как слон бьет d4. Вот так. И ладья d1. Спокойненько. Игра продолжается. Та пешка на g7 теряется. На b2 тоже теряется. А ладьи пока еще не скоординированы. И действительно, еще не все так плохо, и нужно было сделать. Вот есть выбор нелегкий, честно говоря. Это ферзь b2, ферзь g7. Естественно, первая вот человеческая мысль это забрать пешку на b2 и провести опять тройку гнедых ферзей. А g7 пойдет сама, ладья бьет g7. Так вот, правильный ход был в позиции. Ферзь бьет g7. И вариант тоже несложный. Здесь вариант обычно. Ладья e8. И на конь d6. Ладья e1 шах. Четкий ход. Но единственное, только Вау. компьютер может оценить эту позицию нормально. Потому что человеческий взгляд говорит, что у черных позиция плохая. Почему? Из-за пешек этих, да, в Да, итоге? ну потому что я тебе скажу, обычно как-то это выигрывается. Но ты вспомни партию не помнящей, вернее, Карлсон не помнящий, 170 ходов, которую проиграл Ян, Да. решающую. Вот они что-то там такое, знаешь, играли с ладья, конь, помнишь? Или слон. И вот они что-то ходили, ходили с этими пешками на одном фланге, и они потом прошли через 117 ходов. Так и здесь. Ты сначала короля тут улучшаешь, защищаешь пешку b3. И почему-то вот просто хочу показать разницу в человеческом восприятии и как это
в реальности обстоит дело. Вот f5 сильный ход с тем, чтобы не дать ключевое поле e3. То есть e3 я не дал, когда f4 пойду, то я на b3 нападу. Если на b3 пешка падает, то у черной вне опасности. А защищать с b1 не очень красиво. Ну А да. если ты берешь после f4 gf, то у тебя король отвратительный, ты уже не можешь прятаться. Но человеческий глаз ну, как бы отторгает это и оценивает эту позицию издалека, во всяком случае, как у черных плохо. Последовал ферзь b2. Василий Михайлович дает шах. И делает здесь опять единственный ход, который дает перевес, ладья b1. Не конь бьет c4, вот почему-то конь c4 не хороший ход, а вот ладья db1 хороший, очень хороший. И на Ферзь ферзь, c3. ну да, ферзь d2 даже как бы сильнее с тем, чтобы напасть На коня на напасть, ага. коня еще. Извини, на ферзь c3 скорее всего следует вот типа ладья a4. Вот такой ход и на b4 теряется, а так все равно ладья a4 вот основной ключевой ход, и как только b4 теряется, у белых уже такая атака довольно приятная с тремя фигурами. Вот если поменять ладьи, убрать с доски пару ладей, ну и пешку g7 естественно, то белым надо сдаться. А вот с одной еще ладьей парой на доске черным очень трудно держать оборону. Так, ладья b1, я вернусь сюда. Последовало шах. И тут Василий Михайлович опять делает ход единственный. Не знаю, где он, что это видел, трудно сказать. Но ясно, что это не анализ. Я вам показал, что анализ не... Так как анализы тогда велись, но так далеко они не могли пойти. Он играет сам, делает фантастически мощный ход, ладья a6. Не берет ни одну из пешку, защищает коня и вот готовится уже к ладья b7, к ладья c4, конь b5, что-то такое. Но вот здесь уже берет, потому что на b8 ладью забирает. После ферзь Так, и g4 что у нас получилось? Надо было только не зевнуть вечный шах, ферзь d1, ферзь d5. И после хода шах, это, ну так, это, видимо, проверочный, просто не обязательно. И ладья 1 просто сдался. А Широв, потому что обычно план очень простой. Ты сдваиваешься по линии c, ну с той стороны или с этой, неважно. Ладья c1, c2 или ладья c1, ладья c8. Забираешь на c4. И нельзя брать пешечный. Строго говоря, эта позиция, наверное, проигранная даже еще с пешкой, например, на h7 или на g7 черный. С пешками 3 на 3 на одном фланге иногда делают ничью, иногда не делают. Вот две ладьи против ферзя, это исследовалась позиция. Она игралась не раз, пытались там доказать, что выиграно, не выиграно. В общем, там вроде держать можно, очень непросто это делать. Ну, в смысле, надо хорошо играть. А вот когда там пешек меньше на том фланге, не о чем говорить. И здесь сдался. Оно наверняка, да, точно, Иванчук сыграл огромное количество блестящих партий, но вот это, понимаешь, она такая вот, и здесь и его фанатизм анализа, и, значит, фантастическая вот эта изобретательность, и как бы исполнение, когда вот эта партия игралась, он еще там по первой линии долбил. Это вот кажется, что ну пошел там, нашел там ладья DB1, нашел ладья A6. Нет, уверяю вас. Потому что когда мы потом смотрим плохие партии, говорим, ну как же, ну что он не видит, что ли? Ну не видит, трудно человеку посчитать вариант. А Иванчук вот посчитал и вот с первого, то, ну, с первого, с хода ферзь G7, это был для него первый ход, до последнего выдал вот как бы точность, компьютерную точность. Слушай, я вот знаешь, о чем задумался, Жень? Я вот задумался, а вот все-таки вот классика, да? То есть это же все в классику играются партии. То есть есть время посчитать, есть время прикинуть, есть время найти действительно уникальные какие-то ходы, реализовать концепции такие, которые
ты в быстрый не реализуешь, ну просто по определению, просто по определению слушай, не реализуешь. ты прав. Именно поэтому сейчас для того, чтобы найти современных хорошую партию, это вот ну просто очень сложно. Он Потому сложно, что конечно, потому что они грязные. И привычка еще играть в классику, наигрывать вот это, вот сидеть, думать там по 20-30 минут, высчитывать, искать не просто хороший ход, а лучший ход. А сейчас, понимаешь, они играют, это торопит, там, слава богу, шахматисты зарабатывают, играют. Я вообще только рад, пусть они шпарят там. Уэсли Со сейчас 200 тысяч долларов забрал за победу в этом там чесс-коме, сыграл там сколько-то партий, там пришел уверенно, забрал. То есть, слава богу, но просто вот через 50 лет будет канал, ну, давай назовем его там какой-нибудь Джонсон Чесс, и вот они будут анализировать, как мы с тобой, будут анализировать партии эпохи Карлсона. Вот что они там будут смотреть? Что они будут показывать? Да я не знаю. Я не знаю. Что, довольно сложно. Довольно сложно, да. Сложно, сложно. Сейчас кто вот только, ну, не знаю, там, Карлсон и Со какие-то вот могут выдать там стратегические концепции, там еще что-то. А так и в классику, так и сейчас Каруан. В классику сложно Каруана играть. Каруана может еще, не забывай. Каруана может, Каруан. Да, в классику. В классику просто очень сложно еще играть, когда так много рапида и блица, ну как перестраиваться на классику, да это безумно трудно. Кто-то мне тут это объяснял, что это, ну, это невозможно. Ты потом, то есть, а все-таки тогда там рапид и, ну, блица вообще почти не было, 1-2 турнира в год какие-нибудь. Рапид тоже там 2-3, ну 4 турнира, может, в год, там 5. А так ты играл полноценно 6-7 турниров в классику минимум в год. И у тебя как бы вырабатывалась привычка думать и придумывать и рожать эти концепции. Это же все концепция, это же не просто ход там ферзь g7, который он там с дуру бухнул куда-то, пройдет, не пройдет. Там пешку на c4 не забрал, какие-то ходы вообще не это, не человеческие ходы. И причем нельзя его обвинить, что он пользовался компьютером. Потому что не было компьютеров тогда. Ну, конечно, не пользовался. Не, ну, голова по-другому работает. Когда компьютер есть, у тебя голова не так работает. А когда у тебя компьютера нет, сидишь, думаешь своей головой. И круглосуточно об этом думал, я думаю, что Василий Михайлович. И сейчас, скорее всего, тоже. Хорошо, Женя, я бы еще с тобой поболтал, но у меня теннис. Ну, я тоже пойду позавтракаю тогда. Что ж. Да, пойди позавтракай, а я пойду поиграю со Стасом в теннис.